Всем привет! Речь диких элементов. Что же это за элементы? Давайте для интриги я скажу так. Очень редкий элемент. Элемент, который, как я видел, делал только один человек. И элемент, который никто из воркаутеров не делал. Но это видео больше ценно не результатом, а путем достижения результата. Я очень долго работал над этим видео и прошу вас его посмотреть очень внимательно от начала и до конца. И уверяю вас, вы не пожалеете. В общем, нас позвали потренить на очень крутую площадку. Мы 2 часа добирались из Москвы, и часть компании не знает то, что мы приехали, поэтому сейчас они, наверное, сильно удивятся, а сосутся, блядь. Короче, я сниму их реакцию, сейчас все увидите. Нихуя себе. Ну что, пришли? Почти. Сейчас пришли? Ну, почти. Пришли? Нет. Ну, похуй, заебался я уже. Так, ну что, друзья, иду сейчас учить финальный элемент. Я не знаю, на самом деле, какой он будет по списку. Но это очень крутой жесткий элемент, который до недавнего времени никто не делал, и недавно сделал один мужик, из-за чего я чутко расстроился, потому что я мог выучить этот элемент за одну тренировку, как я думаю, сейчас думаю, за одну тренировку его и выучу, но уже я буду первым. Вот только один косячок есть, здоровье у меня хромает, а если конкретнее, то сердце, поэтому сейчас, наверное, вас до хуй узнать, что сейчас будет. Я из-за этого, блядь, не тренируюсь. Я нормально не тренировался, на самом деле, месяца 3, наверное. Сука, такие планы были на лето. Я до сих пор не знаю, что у меня со здоровьем. Вот завтра записался в больницу. Все, блядь, хорош, ну и чё? Погнали. Ага, хуить. Залупить. Прям так льется негатив. Суки, негатив. Сейчас все поборем. Короче, ладно, я сейчас не буду ничего снимать пока что. По это самое, потренируюсь там. Насчет получаться, начну снимать. Да хули ты такой негативный-то, ебать? Я просто не хочу негативить сейчас на камеру, а по-другому. Я это просто льется самой, это сложно бороться. Если получится, настроение улучшится, то начну снимать. Короче, что-то начало получаться. Пока что далеко от того, что должно получиться, но что-то получается. Спустя минут 7 что-то получилось. Ебать, охуенно я говорю. Погнали, лучше покажу. Вот, видали, да? Ноги вот тут были. Разгончик пошел. Я только что прям хотел домой идти, прям максимально настроен, думал, давай просто сделаем парочку, мне не видно. Делаю просто в отчаянии пару попыток и начинает получаться. Ебать, я испугался, что будет больно, а это было не больно. Охуенный соскок. Погибай, нихуя, как я убивался!
самом деле получается просто гиперохеренно. Я уже реально максимально близок, но настроение в любом случае падает. Просто потому что падает. Но есть и радостная новость. Сердце сейчас пока что меня не беспокоит. В прошлый раз, когда я пришел потренироваться на брусья, оно прям выскакивало из груди. И я просто боялся, что никого рядом нету. Если я сейчас упаду, то никто даже скорую не сможет вызвать. А сейчас чувствую себя прекрасно. И вот какого хера у тебя нету настроения? У тебя охеренно получается, сердце, нормально все с ним, но при этом настроение все равно ухудшается. Вот просто делюсь с вами, настроение просто ухудшается с нихера. Просто 100% вы тоже с этим сталкиваетесь, и что нужно делать? Ебашите. Да блять, ну сыкова это, блять. Короче, сейчас проблема. Я начал дико ссать из-за того, что это больно. Ебать, у меня тут шишки. Тут вообще ничего не видно, по сути. Так что даже показывать нет смысла. Но шишки прям, я трогаю. Шишки нормальные уже. Поэтому ноги сгибаю из-за того, что сыкое вонячее. Ладно, сейчас поборемся. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes. Нет настроения. Просто его нету. Вот просто, блять, нету и все. Я не понимаю. Я, блять, не понимаю. Go, Kimi, go! Рассказываю проблему. У меня села камера, вот, и я не, ну, естественно, не продолжу тренироваться, чтобы не выучить его без камеры. Сейчас я уверен, что быстро его освоим, новый элемент, мы быстро его освоим, все дела. Как вы заметили, настроение сегодня получше, поэтому погнали. Это уже можно засчитать. Но я, естественно, себе этого не засчитываю, начиная работать над техникой. А затем Киря предлагает мне порвать на нем футболку, если я сделаю за 3 попытки. Что за страсть-то накаляется? Будешь рвать на мне футболку или нет? Я спрашиваю раз первый. Ну. Сейчас я подготовлюсь и скажу тебе, когда готов. Да, давай. Я не могу, блядь. Ну, невозможно, блядь. Это не знаю. Это невозможно, она не рвется. Охуеть, я обосрал. А я думал, будут кричать. Но нет. Introduction, cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle, who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey,
we gon' turn the crib into a club like сердце ебашит. Закинул таблеточку для сердца, сейчас рассосу и начнем тренить. Ну а пока у меня шалит сердце, предлагаю вам заценить уровень этого монстра. И вы должны знать, что все, что вы увидите, он делает стабильно и без матов. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I lift it. There's no cap, and I'll be breaking this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Что-то я передумал тренить. Домой погнали, да? Да, да, домой. Я думал, тут чуваки реально топорики какие-то делают. Это жестко, это реально жестко. Давай, музыка играть! Музыка играть! Это две ноги, две. А их сколько у тебя? Одна, блядь. Фух, вторая попытка, давай, в общем. Не, я 720. Блядь. Приступайте, делайте, исполняйте. Начинайте. Почти, почти. Все, сделал. Сейчас монтируешь это? Да. Турнику. Все, сделал. I could tell that these men are broke. Could you never see him putting any work in? When I tell him I'm VIP, I'm in a very intelligent person. My So the film is updated to the latest version. Got more than a J on white. When I'm inside the studio, murking facts. We ain't broke, everything's working. Same rhyme scheme, but a different version. Still on my job, still the same person. Man, diss me, I'm dead, that's certain. I ain't gonna act like I ain't never heard them. Can't hold back, I'm always up front. Bad man, don't stand behind curtain. Самая лучшая попытка была. Несмотря на жесткий ушиб, я продолжил тренироваться. И ударяться тоже. Но, к сожалению, так его и не выучил. Неужели вы думали, что он так просто сдастся, а? Да. Я спать хочу. Это было очень больно. Давай, у тебя получится. Тебе нужно рискнуть. Просто рискни, не бойся. Ты сможешь. Это было неожиданно, прям крайне неожиданно, потому что я хочу спать, я все уже сдался морально. Но я понимаю то, что надо себя пороть. Сейчас сделаем. А вот после такого удара я уже не смог продолжить его учить. Вначале я переживал, что сломал ногу, потому что удар был очень мощный. Но слава богу, это был просто сильный ушиб. Ну а чтобы не уходить домой с плохим настроением, я решил переключиться на другие элементы. Просто лох. Опа, на, нельзя.
но в этот раз мне не удалось себя перебороть. Я был слишком подавлен тем, что у меня были огромные планы на лето, но из-за здоровья я не смог ничего реализовать. Эти мысли всегда со мной, и это очень сложно принять и двигаться дальше. Но я стараюсь, и в очередной раз встаю после удара судьбы. Главное – бороться до конца, на каждой тренировке, не откладывая на завтра. В ваших силах бороться за мини-победы на каждой тренировке. И если вы будете бороться до конца, то в большинстве случаев будете уходить победителями и осознаете, что действиями можете диктовать чувства, и приходя на тренировку с плохим настроением, можете уходить с хорошим. В этот раз у меня не получилось. Но зато вспомните, сколько раз получалось до этого. Охереть! Я случайно сел и только сейчас понял, что бам и все. Я вообще забыл, я хотел этот элемент выучить. В гимнастике этот элемент выглядит вот так. Ну а из воркаутеров его еще никто не делал. Вспомнив о нем, я загорелся его выучить. Ну и как говорится... Давай просто по приколу попробуем. Я очень близок. Это, конечно, прекрасно. Но вы только вслушайтесь в этот звук. Да блять! Это очень больно, но я продолжал делать попытку за попыткой. Все, братан. Все, ты затащишь, это по-любому. Я затащу 100%. Гарантия. Все, хорош. Погнали. Нет, энергии эмоционировать, но это вроде была лучшая попытка. Ну, блин, все равно задел ногами, я не могу просто взять и уйти, если я не затащу. Поэтому я просто молча делаю. Я сильно отбил ноги, и сделать чище у меня так и не получилось. Но я обязательно сделаю, круто закомбинирую и залью в Инстаграм. Ссылка на Инстаграм, естественно, в описании. Я очень рекомендую прямо сейчас вам перейти туда и подписаться, потому что там тоже выходит качественный и интересный контент. Я очень редко его рекламирую, но надо бы почаще, потому что там... Я уже говорил, что там качественный? Да, я говорил. В общем, ссылка в описании. И забавный факт. Вот это падение... Это даже не назвать падением, было самым жестким, потому что тут я сильно травмировал ногу, у меня полностью все бедро воспалилось, даже перешло на колено, и я не мог нормально ходить. Такой вот забавный факт. Казалось бы, фигня, а на самом деле серьезная травма. Ну а потом я чудесным образом ее вылечил. Так что сейчас все в порядке. И будет еще лучше, если ты все-таки перейдешь в Инстаграм и подпишешься, потому что если ты слушаешь, то до сих пор этого не сделал. Ну а на этом все, увидимся в следующем видео. Надеюсь, это будет скоро. Всем пока. Ебать! Обосрался!